рванул бацурок. Это гордость моя, гордость наша. Если не было бы ее, не было бы нас. Мы не должны забывать наше прошлое. Я благодарен Борису, Юре, когда я сказал, что вместе будем делать ишуа покойного нашего. Почему? Лиза Батшишана. Не было второго слова «нет», только «да». Я благодарен тебе, Борис. Не каждый может понимать человека. Вот все эти годы, которые я знаю, Бориса, Юру, Алика, Мишу, Жанночку, Зою, ну о свете нечего говорить. Когда я что-то говорю, второго ответа нет, только один ответ. Да. Я это ценю. Некоторые не ценят, а это надо ценить, надо говорить. Вот я сейчас громко говорю, я горжусь, что есть у меня такие братья. Некоторые стесняются говорить, а я не стесняюсь. Если кто-то мне сделал добро, я должен вспоминать. 67-68 лет тому назад моего учителя жена, тетя Соня Ильнатанова, она, я у них работал год, но за этот год я многого взял доброго, я который не могу забыть. И каждый год, когда они делали ишуа, меня они приглашают. Я когда был там, я знал, что этот день, день ухода нашей прабабушки. Я вместе делал. Но они никогда что я хотел сделать, они мне не давали возможности. Вы меня понимаете. Но я благодарен этому. Этот год я ее попросил.